Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор вращающейся блесны от компании Smith, модель AR Spinner Trout, модель SH. Данная модель выпускается в двух весах. Есть блесны массой 1,5 грамма и 2 грамма. Приманки поставляются вот в таком вот пластиковом блистере. Ну и обратите внимание, что производятся они в Японии. Приманка на обзоре у меня представлена в цвете 22 МБК, ну и весе 2 грамма. Ну и давайте сразу посмотрим, сколько фактически весит данная приманка. Так, смотрим. Весит она 2,1 грамма. То есть производитель крайне точно указывает массу приманки. Вот так вот вертушка выглядит вблизи. Сразу бросается в глаза, что лепесток находится на оси. То есть нет никакой дужки, он находится на проволочном каркасе. Благодаря этому приманка начинает работать даже на самой медленной проводке. Также обратите внимание, что вместо передней петли установлен вертлюжок. Ну и, соответственно, ставить вертлюги уже не нужно, то есть сразу блесна комплектуется вертлюжком, что очень удобно. Ну и, соответственно, никакого перекручивания не будет плетенки или лески. Проволочная ось установлена достаточно такая вот прочная. Сделана она из нержавеющей проволоки. Наряду с лепестком также присутствуют две вот такие вот бусины и вот такой вот асимметричный сердечник. Лепесток в размере двойка имеет длину 22 мм, а ширина его составляет 11 мм. Ну и обратите внимание, что на лепестке кратко указано название модели ARS, то есть Air Spinner. Ну и также указан размер лепестка. Ну вот так вот лепесток выглядит сбоку. То есть имеет он небольшую выпуклость на лицевой стороне. Вертушка комплектуется одинарным крючком. Крючок без бороды, так как данная приманка предназначена в первую очередь для ловли прудовой форели. Также обратите внимание, что крючок соединяется с каркасом с помощью заводного кольца. И, соответственно, очень просто и легко поменять крючок. Ну и, к примеру, поставить вместо безбородого крючка крючок с бородкой. Блесна выпускается в очень интересных расцветках и ходовых. Лепесток может быть как черного цвета, так и быть в цвете серебро, золото, ну или в цвете медь. Данная блесна предназначена для ловли форели, но также ее можно использовать и для ловли хариуса, язя, головля, ну и другой рыбы. Приманка отлично работает и на течении, и на водоемах, где течение отсутствует. Данная блесна имеет отличное качество изготовления, классные расцветки, поэтому обратите внимание на данную приманку. Напомню, блесна называется Smith AR Spinner Trout, модель SH. Приобрести данную вертушку можно в интернет-магазине F-Magazine, ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте интернет-магазина F-Magazine. Пользуйтесь, не забывайте. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если видео полезно, то ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!